сидим в автобусе, мы собираемся в Выборг на экскурсию. Все готовы, уже по-летнему одеты. Откуда мы знаем его имя? Уже в наши советские годы раскопки Кремля велись, расчистки, и была найдена монета серебряная. На этой монете, в общем, изображение профиля, и подписано Рудольфа Фиараванти, а с другой стороны монеты Аристотель. И вот эта историческая ниточка приведет к имени знаменитого инженера, который работал при Иоанне Васильевиче, то есть Иоанне Третьем. Этот инженер строил Китай-город, пушечный двор, башню Кремля. И он много новшеств принес, ну, как инженер, как строитель, как архитектор. И благодаря вот этому Рудольфу Фиараванти, итальянцу, когда его пригласил Иван Третий, он создает знаменитую инженерную конструкцию, которая называлась Парухи. То есть огромное сооружение, которое... Thank you.
Парка 1236 метров, но мы пройдем практически половину парка, чтобы увидеть площадь, название которой Красная площадь. Потом возле Красной площади пройдем через парк библиотеку Альваро Альто, посмотрим от библиотеки к кафедральному собору, который был разрушен после войны уже, и выйдем к стройкам фортификационным, которые были построены в 16 веке, бастион Курферлакс. Театральная площадь, затем аллея славы, памятник трамваю. Возвращаемся сюда мимо пробкового дерева и идем мимо круглой площади наверх. Центральный парк Выборга. Идем по аллейке. Сегодня 1 июня, день защиты детей. Работают все аттракционы, хотя и будний день. Родители пришли порадовать детей. Thank you.
Вот, а нет, вот хлебопекарня. Винлав. Здесь вроде твой был, да? Где-то на углу он был, он уже все. А вот. Вот он, наверное. А вот спортивный. Чемпион. Всего доброго, спасибо.